Так, мы в лагере. Смотри, Вранглер еще какой-то известный очень, да? Где? Нет. А вот серый. Да нет. Это не он? Да какой он там известный? Разве известный? Известный? Ну, а известный на рельсах застрял. Это известный. А как вы на рельсы попали? Ну как, по сокращенной дороге как. А я тоже. Не, я объехал. Задом теперь сдавай его сбивать. Так а финиш? Финиш где? Возле бочки финиш. Да, ты выиграл. А вот и бородач нашелся. Сейчас 40 минут гон. От бочки отходите. Бородач, привет. Поставь ее вот так вот в этот... Подожди, потуши костер. Отходи. Текайте! Клади его туда. Мы же не надо. Его надо аккуратно поставить. Так а что там внутри? Ну сейчас увидишь. Слышишь? Паша, знаешь эти фильмы про американские, про маньяков, которые все сжигают? Деда, вы сказали поставить, я поставил. Рукожоп, блин, ты сломался. У слепого руки загорелись от газа. Так а что это, газ там? Газолин, газ. Он кипит, вода. А это с белой машины вы слили? Как называется ваш канал? Газировка. Слепой и рукожоп? Нет, слепой сжигатель. Подрыватель слепой и без руки. Слепой, борода и рукожоп. Это просто. Не, да нормально горит. Прикольное кино. Прикольно, вот прикольно. Слышь, как горит шикарно. Отойдите, а то отойдите, он, когда расплавится бутылка, по-другому все будет. Ребята, так он еще флакон красный надо. Вдвоем его ложите. Отойди, я зумом приближу, как кипит. Кипит, да. Сейчас ее зажмет, а она... А ты на чистом снял? Нет еще. Ну как горит. Не сейчас, Паша. Нет, да давай, пока нормально. Пока экшен идет. Да давай, скажи, снег не Бородач пытается. На! Красный бери! Сейчас будет экшен, прячьтесь под Ниву все, пока не поздно. Это жесть вообще. Что, сломали машину? Да не, нету ничего. Ну так слава богу, что нет. А не, вот фонарь разбила, смотри. Фонарь разбила, нахуй, рихтуйте. Бородач, давай. Это жесткие ребята. Давай красный. Слышишь, я чувствовал, припарковался подальше, я знал, что такое может быть. Ромыч, ты выжил? Нормально?
Ну, экшен ничего такой. Блин, а говорят, времена сложные. Слышь, бутерброды видели какие у нас? Да. Вот так? На хлеб не хватило, ёптвою, ты что не видишь? Да, у нас только наглости нету. Вот бутерброд нормальный. А хлеба нету. И хлеба не надо, да? Не, зачем? Хлеб дома есть. Сейчас погнется. Советская у меня дома есть, я бы знал, такая взял бы. Обычная. Сейчас, сейчас. Я забыла про что. Нет, да ведь ножом. Да ножом можно открыть. Да? Да. Так, капуста домашняя тоже. Так, подождите, хочу включить песню. Подожди, подожди, я видео. Понимаю. Давай видео закончится, потом какие включим. Какие у нас рюмки кристальные. Да, да, сейчас. Мастер-класс по открыванию, это для ТикТока будет. Жесткий, видел? Вообще быстро. Это все не во воде, понял? Да. Грибы тоже домашние. Вот сука. Что, что-то пошло не так, да? Так, кто не наш? А у нас одно зелье. Слава, 13 надо, кардан открутить. Да все есть. Пусть поменять. Все есть, красавчик. Все открыто. Слушай, это сприлук Нива? Да. Беспилотник. Так, друзья, новая, это хард. Реинкарнация, видишь? Мы тут пока кушаем немножко. Тут уже выстраиваются. Сейчас вот будет, сейчас будет экшен. Где, где? Есть квадрокоптеры, а это квадронива. Да, да. А вот это УАЗ какой, посмотри, модный. Да, квадро-УАЗ. Да, УАЗ жесткий. Так, друзья, хард. Тут серьезные машины. Такой пожевали и выплюнули. Так, Вова, ё-моё! Как ты, друг мой? Что я после Танзании лицо какое-то больше стало? На за три года. На три года больше, да? На Баобабе Рощины. Ну, рассказывай. Да, Руслан, приехали покататься. Так будет экшен сейчас? А где Серега? Серега, привет! Блин, вот эта машина, нифига себе! Скотч даже есть с собой. С собой меня хотите взять? Ну, там нормально место на запаске есть. Не-не, я вас тут подожду. О, снег начинает идти. Это четкая погода. Это хороший знак. Так, тут Нива. Ого. У вас бардачок украли, пацаны. Такие все подготовлены. Ух ты, ёб. Ты откуда? Привет! Ну что там? Все нормально. Готов ты к старту? Конечно. А чья это Нива такая модная, да? Красивая. Да, вообще, слышишь? Красиво, зараза. Красиво, зараза. Тут, слышишь, где-то дерево перебегало дорогу, видите? Или это... Не, это специально. Это специально. А так с виду, да, как перебегало. Это чтобы клюз закрепить, да? Да. Радиатор лежа. Да. Все как положено, короче. Так, вот легендарная Нива. Вы ее видели много раз. Это она на трех колесах ездит. Аж там сиденье есть. Даже сиденье сзади есть. Лебедка есть в салоне. Вертикалка. Офигеть вообще. Сейчас покажу. Подождите, если камера пролезет. Вон вертикалка внутри. Это заявка. Это заявка. Так, вот этот УАЗ с такой будкой. Серьезная, короче. С серьезной будкой. Пацаны, а что за будка? Где вы взяли такую? Паштета нету. Мальчик, уйди! Вы знаете, сколько он весит? Да. Я понял. Хайджек, блин. Хайджек тяжелее, чем он. Не, ну тут заряжена машина. Сафари. Так, Нива. Даже бамперов нету. Такой бампер интегрированный какой-то. Бампер интегрированный, ты видел? Офигеть. А что за бампер? Привет. Интегрированный? Интегрированный бампер? Задний бампер хорош, спереди будет мешать. Нужно будет снять. Сейчас посмотрим. Передний будет мешать. Да не, нормально будет. Красивый тоже. Качание даже не удерживает. Так, участники, ну тут, кто впереди, вы поняли. Серега, кто это? Это свои, ребята. А, привет. Это 11 номер, который я отдирал в другую машину. Где 11? А, да, я помню. Я видел, как отдирали. Я подхожу. Говорю, подожди, а как ты тут оказался? Харьков же ж там. Ты знаешь, уже минут 30 поздоровались, он только сейчас понял. Не, я понял, я просто тебя забыл спросить. Я тебе рассказываю, большое желание.
увидеть эту внедорожную тему. Понравилось очень кольцо. Хорошее мероприятие, как бы. Что не приехать? Ну да. Покатился а на чем вечером ты? Домой. На машине? На машине, да. На легковой? На легковой. Да, да, тут недалеко. Недалеко. Сел потихонечку, стой и приехал. Да. Так, а когда старт? Скоро? Подожди, а вот этой тоже будет ехать? Конечно. Да, ну что? Первый едет. Первый? Да, он дорогу прокладывает. Все, едет организатор, сейчас будет экшен.